Атрауский нефтеперерабатывающий завод будет производить 1,5 миллиона тонн высокооктанового бензина в год. Сегодня в ходе общенационального телемоста президент Казахстана дал старт пусконаладочным работам на комплексе по производству ароматических углеводородов. Стоимость проекта свыше $1 миллиарда. В программе ФИИР он один из самых приоритетных. На его реализацию Банк развития Казахстана выделил заем на 13 лет. Комплекс может работать в двух вариантах – выпускать ароматические углеводороды или компоненты высокооктанового бензина. В год на заводе смогут выпускать до 133 тысяч тонн бензола и около 500 тысяч тонн параксилола. Параллельно на АНПЗ идет строительство еще одного комплекса глубокой переработки нефти. После завершения, начиная с 2017 года, производство автобензинов на АНПЗ увеличится до 2,5 раза. Другими словами, до 1,5 миллионов тонн в год. Основное направление – это все-таки переход на экологические стандарты. Все моторные топлива мы будем получать стандартов Евро-4, Евро-5. Также увеличим выработку реактивного топлива. Это топливо для самолетов. Спуском КПА и КГПН мы полностью завершим свой цикл реконструкции, который позволит нам максимально вырабатывать именно моторное топливо достаточно экологического уровня для Республики Казахстан.